Здравствуйте, дорогие друзья! Мы на канале «Все обо всем» с Еленой. Сегодня у нас прекрасный, замечательный, теплый, спокойный день. Море спокойное, небо голубое, пляжный сезон продолжается. Вчера у нас был шторм, и в моем вчерашнем видео я показала, какое бывает неспокойное, буйное море. Ну а сегодня я хочу вам показать свой горе-огород. Как говорится, и смех, и слезы. Но не показать я не могу. Вот, дорогие друзья, такие плети огуречные висят у меня на балконе. Все в цвету. Казалось бы, радуйся. Но хочу сказать вам по секрету, ни одного огурца здесь нет. Все цветочки, которые с завязью, они желтеют и отпадают. Что я только не делала, и прищепляла, и усы обрывала, и листья обрывала, и удобряла, и пустоцветы бывало, что обрывала. В общем, все, что можно, я делала. Но, видно, я посадила не те семена. Это не балконные семена. В этом году в связи с пандемией у меня не было возможности попасть в магазин семян. И то, что нашла у себя дома, то и посадила. И сделала ошибку. Так что в этом году я без огурцов, это точно уже 100%. Только вот любуюсь цветочками желтыми и джунглями зелеными. Что делать? Может быть, у кого-то есть какие-то подсказочки, и можно все-таки, чтобы зависть оставалась, и хотя бы один огурчик был, ну хотя бы один, то я выслушаю ваши подсказочки. А так нет, нету, 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 нету. Завистью, конечно, много цветочков, но они все отцветая, желтеют и отпадают. Вот так. Ну вот помидоры тоже у меня вымахали, вот такие здоровые. Вот сейчас я их покажу. Набирают цвет. Некоторые вот такие вот, вот смотрите, вот это горшки, а вот там вот вершки цветут. Но вымахали уже, ну, наверное, с метр, это точно. Это один сорт. Вот это совершенно другой сорт, они низкорослые. Ну, буду надеяться, что хотя бы будут помидоры к осени. Вот сейчас покажу мой любимый кустик, который у меня в отдельном горшке. Уже цветет. Вот у него какой толстый ствол. Большой горшок. Надеюсь, хотя бы что-то там завяжется. В общем, дорогие друзья, сегодня я показала вам честно свой балконный огород. Вот такой вот красивый, но пустой. У кого есть какие подсказочки, какие-то мнения, пожалуйста, напишите. Буду очень рада прочитать и принять ваш совет. А на сегодня говорю вам пока-пока. До новых встреч, до новых видео. С вами была Елена. Пока.